Столица Болгарии. Соф. Последняя буква алфавита. Я не знаю, на самом деле, Болгарии. Последняя буква алфавита. Я. Ну, говорю, соф. Я. Софья. Софья. Всем привет. Сейчас мы находимся в городе Брянске и будем задавать школьные вопросы по географии. И посмотрим, как люди смогут справиться с ними. Погнали. Давай знакомиться. Меня Саш зовут. Меня зовут Алина. Алина, задаю тебе 9 вопросов по столицам. Отвечаешь правильно на 8. Я тебе даю бабосики. Хорошо. Только ты в камеру повернись, тут тебя же не видно. Первый вопрос очень легкий. Столица. Столица Беларуси. Минск. Минск. Ну, правильно? Правильно. Украина. Украина. Все. Столица Беларуси, Украина. Да. Я просто уточнил. Минск. Точно? Точно. Минск. Ты слышал, что там происходит? Да. Минск, точно? Точно. Хорошо. Минск. Точно? Да. Минск. Точно? Да. Ты новости смотрел вчера? Нет, вчера нет. Я в последнее время новости не так сильно смотрю. Ну, в общем, Минск. Ну да. Столица Италии. Рим. Рим. Рим? Да. Я уверена. Столица Италии. Франция? Нет, нет. Серьезно? Давай, может, тебе ответы дам. Не надо. Столица Италии. Хороший вопрос. Минск. Какой Минск? Столица Италии. Милан. 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 Ну, 2 из 2 у тебя. 2 из 2, хорошо. Ты молодец. Да, вообще лучший. Столица Италии. Пытаюсь вспомнить. Нет, не помню. Милан. Милан. Столица Италии? Милан. Уверен? Нет. Почему? Потому что это неправда, по-моему. Это так все. Да, хорошо. Рим. Ты точно двоечником был? Да. Хорошо. Ох, так. Столица Италии. Чтобы вспомнить. Ну, вот, столица Италии — это очень легкий вопрос. Ну, такая страна, где в основном не был. Что приходит первое на ум? Итальянцы, что... Что может прийти на ум? Вопрос на 2 балла. Это как бы второй, это самый легкий. Я понял. Столица Италии. Давай вот быстро. Что приходит в голову, то и говоришь. Столица Италии. Италии. У меня почему-то что-то на Ф приходит что-то. Фа. Фа. Р. Фар. Сейчас. Фортуна. А, фортуна. Фортуна. Давай 5 тогда. Ну, молодец. Столица Швеции. Стокгольм. Или как там? Ну, на С точно. Ну, ты молодец. Спасибо. Стокгольм. Стокгольм. Боже. Не знаю, честно. Стокгольм. Стокгольм. Не помню. Это точно нет. Это же легкий вопрос. А третий вопрос ты сдаешься уже на третьем. Да. У тебя пока 2 есть. На третий хотя бы. Швеция. Нет. Там я точно не помню. Стокгольм. Ну ты молодец. Ну уже 3 из 3. Ну вообще. Ты идешь на победу. Хочешь деньги выиграть? Хочу. Швеция. Ну тут этот... Сейчас там вроде на... Стокгольм. Стокгольм, да. Все правильно. Все правильно. Столица Южной Кореи. Сеул. Что по географии было? 4. Ты молодец. Не знаю. Вот это я не скажу. Сеул. 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 Да, ну. Да. Не верю.
Так. Каким-то... Нет. Или... Да. Южная Корея. Пекин? Пекин. Пекин. Столица Южной Кореи? Пекин. Почему? Не знаю. Просто, ну... Вот так. Ты так думаешь, что... Сеул. Сеул? Да. Ну, что посложнее, так ты все знаешь. А что легкое, ты не знаешь. Ну, так есть. Сингапур. Сингапур. Ну, ты... Тут 4 из 4. Ты выиграешь. Южная Корея. Южная Корея. Южная. Сия. Сия. Ну, тут я тут ел, не знаю. Сия. Ар? Сейчас. Сир. Я помню, да, сейчас в голове крутится. Би? Сир, би. Нет, это не то. Чего не то? Столица Венгрии. Будапешт. Будапешт. Да. Ты идешь на победу. Я рада. Ты молодец. Венгрия. Ве. На. Вена. Столица Венгрии. Вена. Почему? Потому что вышло так. Что? Что еще раз? Вышло так. Вышло так. Тоже понятия не имею. Буда. Пешт. Будапешт. Да. Буда. Будапешт. 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 Столица Венгрии. Вена. Ну ты вообще прям просто огонь. Я да. Столица Венгрии. Буда. Будапешт. Будапешт. Ну верно. Так. Столица Болгарии. София. Точно? Точно. Спасибо. Со. Ф. Последняя буква алфавита. Софья. Чё? Не скажу. Ну говори. Не, не скажу. Софья. Не уверена. Софья. Ладно. Софья. Со. Ф. Последняя буква алфавита. Блин, я не знаю, на самом деле, Болгарии. Последняя буква алфавита. Я. Ну, говорю, Соф. Я. Софья. Софья. Нет, это точно нет. Со. Не вспомним. Ф. Какая последняя буква алфавита? Я. Yeah. Получается, Соф? Софья. Софья? Я этого не помнил очень сильно, даже сейчас. Столица Болгарии. Я не знаю. Со? Фья. Вообще мимо. Столица Новой Зеландии. Веллингтон. 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 Ну, круто, молодец. Я тебя засчитаю, если ты ответишь, в каком полушарии вот оно находится. Приблизительно знаешь, там Европа или Америка? Скорее Америка. Америка. Ну, ближе к Америке. Ну. Ты молодец. Спасибо. Боже мой, я ничего не знаю. Что вообще ничего не шарю? Да как так-то? Это же просто, ну, как добрый день. Да, хорошо. Но географию не учил вообще. Это же просто вот тут раз, два, три. Нет. Столица Новой Зеландии. Бе? Без понятия. Ты знаешь такую страну? Я знаю, но по столице так. Новая Зеландия. Где находится север, запад, восток, где приблизительно? Приблизительно. Вроде бы... Нет, явно не севернее. Западнее, может быть, так. Западнее? Да. Западнее Новая Зеландия. Столица Австралии. Канберра. Точно? Точно? Да. Ты молодец, хорошо. Не уверена.
все правильно. Хорошо. Столица? Столица Австралии. Австралия. Австралия. Нет? Mm-mm. Почему? Потому что не помню. Да блин, когда я последний раз на географии был? Я вчера был. А я не вчера. Столица Австрии. Канберра. Почему? Вот знаю вот это. Амстердам. Всё? Амстердам. Амстердам. Хорошо. Мельбурн. 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 Ну, правильно. Хельсинки. А, не-не-не, Канберра. Ну, вот круто. Столица Финляндии. Хельсинген? Или как там? Хельсинки. А, Хельсинген. Ну, ты молодец. Я тебе даю бабосики. Насчитываю тебе бабу леса. Держи. Можно обнять себя за такое? Спасибо. Хороший, наверное, я не знаю, ютубер, да? Роман? Хороший человек. Подожди, стой. Куда? Куда ты? Куда ты будешь тратить деньги? Я куплю каподастер. Это на укулеле или гитару, ну вот, используется для струн. Хорошо. Что еще раз? Не помню. А что ты тихонько говоришь? А, потому что не уверена. Ну, Швея? Швеция. Швеция. Ты молодец. Давай пятюньку. Скажу тебе по секрету, ты завалила все вопросы. Я понимаю. Старалась? Нет. Хельсинки. Ты знал? Да, конечно. Ни капли мне не подсказывали. Круто. Осло. Осло. Ну, это же изи. Возможно. Возможно. Фи-ли... Нет. Столица Финляндии? Не знаю. Хорошо, держи. Хельсинки. Ну надо же. Ты большой молодец. Ты запорол почти все вопросы. Да, я роскошный. И столица Финляндии? Хельсинки. Ну тут ты вообще красавчик, молодец. Давай пятюньку. Ты красавец. Ну ты, к сожалению, бабуса не выиграл. Ну что, у нас один победитель, 6 человек. В общем, вы все слышали сами. Подписывайтесь, ставьте лайк. А мы с вами прощаемся. До новых встреч.